Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, и мы находимся в бункере Альфа. Будем открывать ящики за талоны. Я, кстати, забил ходить за пальцем. Там лут очень такой ни о чем, поэтому уже, не, вернее, 2-3 раза сходил после того, как вышла обнова. Посмотрел, что это за хрень, и перестал. Не знаю, если кому интересно, могу исходить, но там лут всегда однообразный, поэтому, думаю, смысла в этом никакого нету. Но если вам прям интересно, то пишите. Если не забуду, схожу. Так, последнего зомби сейчас убьем быстренько. Херак. Это опять же будет нарезка из трех. Это у нас будет первая, потом вторая, третья. Может даже чуть больше, хотя не факт. Так, здесь у нас из интересного линза и, на удивление, М16. Неплохо. Так, аптечки сразу сюда мы закладываем. Здесь у нас сет брони, пистолет плюс АК. Ничего необычного. Пожалуйста, Сишка, будь ты тут. Как же меня заебали эти бензобаки и отсутствие Сишки. Это у нас схема военный мотоцикл. А, я забыл улучшить еще в тот раз. Бензобак, понятно, М16, АК-47, ГЛОК и ГЛОК. Ничего интересного, в общем. Не, нахер ни то, ни другое, по сути-то, не надо. Ну, скажем так, не особо интересный лут, мне он особо не понравился. Всем привет, ребятки, и мы снова находимся в бункере Альфа. Это уже второй раз, мне надо найти Сишку. Второй раз подряд рейдеры меня спрашивают про эту грёбаную Сишку. Я надеюсь, что я ее найду вот в этом красном сундуке. Ну, черном, за красные талоны. Потому что мне неохота опять чистить третий этаж в хардкорном режиме. То, что я уже немного заебался, да и оружие у меня здесь мало, надо тащить новое. Я надеюсь, что она мне тут выпадет. Боже, как я на это надеюсь. Давно уже не выпадала, по идее, должна выпасть. И придется реально идти чистить там. Так, давай. Открывайся, пойдем. Я начинаю, как обычно, с самого галимого ящика за зеленый талон. Тут у нас пикаль, броника, аптечки, ну, все такое по мелочи, как обычно, в общем. Так, тут у нас чего? АК, пистолет, колесико, броня, хилки. Ну, тоже как обычно, ничего сверхъестественного. Пожалуйста. Сука. Нахуя мне этот бензобак? Ну нахуя он мне нужен, объясните. Ну зачем он мне? О, а схема новая, коллиматор, плюс еще. Схема военный мотоцикл. Ну давай. Бля, так еще долго, мне долго придется копить. Две брони, пушки, тут самодельный глушитель, тут у нас зеленый лазер, тут обычный ГЛОК и обычный дробаш. Блин, как же это напрягает. Эх, ладно, придется чистить третий этаж, но пока на этом все. И снова всем здрасте, мы снова находимся в бункере. Это уже третий раз, третий видос про бункер, как мы открываем ящики за талоны. И я надеюсь, что в этот раз хотя бы мне попадет эта гребаная сишка. Мне по квесту рейдеров она не нужна, но мне она нужна в плане того, что у меня их осталось очень мало. А рейды иногда бывают такие, что надо по 2 или 3 использовать. И это, конечно, печально. Так, давайте этого еще грохнем. Вот так. Найс. Так, смотрим. Первый ящик, первый ящик, первый ящик. Ух ты, эмка. Давно мне тут эмочка не падала. Еще две эмки. Тут еще будет две эмки, да? Или одна? Ну, еще две эмки. И сишка, господи, как я рад. Как я рад. Замечательно. Еще один бензобак. У меня в прошлый раз выпал, в этот раз выпал. Позапрошлый не помню, но, как по мне, они стали падать чаще, чем сишки эти же самые, блин. Это пипец какой-то. Некоторые еще жалуются, у меня нет бензобака, нет бензобака. Ну, на этом все, ребятки. Если вам понравились эти три ролика, то обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока, до скорых встреч.